Привет, я Даша, и мне тут пришла посылочка из книжного магазина. Тут всего лишь одна книга, но все равно давай посмотрим уже, что там. Вот такая книга отсвечивает. У меня тут солнце полную силу бьет. Такая достаточно крупного формата книга. Написал ее мой однофамилец. Как бы так сесть, чтобы видно было. Надеюсь, видно. Мне, например, все отсвечивает. Написал его мой однофамилец, повторюсь, Лопатин. И мне эту книгу настойчиво очень рекомендовали. И я ее долго не могла найти ни в интернет-магазинах, ни в электронных библиотеках. Но потом, к счастью, вспомнила, что мне сообщили интернет-магазин, где можно его приобрести. И вот я его приобрела, магазин MyShop. Как раз, кстати, с вовремя, потому что я только-только дочитала книгу «Женщина на российском престоле», которая заканчивается главой Екатерины II, фаворитом которого, собственно, Потемкин и был. По-моему, он был вторым после Орлова у нее. Мне нравятся тут такие иллюстрации есть. И достаточно крупные, отличного качества, хорошие. Я эту книгу уже люблю за один только иллюстрации. Вот, на этом все. Вот, кстати, хочу претензию высказать. Совсем не нравится качество. Тут не знаю, видно, нет, такие следы, какой-то белый налет на заднем корешке книги. Все, я буду стараться в этом магазине ничего больше не приобретать. Вот. Ну, может, мне просто так повезло. Да, это все. До скорых книг.